Привет, я Богдана, и вы на канале Фотобум, где мы рассказываем вам о товарах для фотографов и видеооператоров. Сегодня большую популярность приобретает самостоятельная видеосъемка блогера для своего Инстаграма или Ютуб-канала, а также фотосъемка селфи или мелких предметов. И дабы это было максимально удобно, вы можете применять для установки настольный мини-штатив. Сегодня в обзоре мы рассмотрим две модели настольного штатива от производителя Manfrotto. Manfrotto MTPX выпускается в черном и белом цветах, и Manfrotto MTPX EVO выпускается в черном цвете, а также крепление для смартфона Manfrotto Pixi. Начну с крепления для смартфона Manfrotto Pixi. Вещь очень ценная для всех тех, кто активно снимается на телефон. Именно этот аксессуар позволит вам установить смартфон на штатив. Держатель Manfrotto Pixi выполнен из высококачественного пластика. Соприкасающиеся края с телефоном прорезинены, что минимизирует царапины и следы на ваших гаджетах. Разработчиками было предусмотрено наличие с двух сторон резьбовых отверстий для крепления к штативу, одно из которых расположено в нижней части, а второе в боковой, что позволяет закрепить его в ландшафтном или портретном варианте, то есть горизонтально или вертикально. Такое решение очень актуально, если ваш штатив или стойка не имеет возможности поворотной головы. Если же ваш штатив имеет поворотную головку, вы фиксируете к любому из отверстий и при помощи вращения головки выбираете нужное положение. Наличие отверстия башмака применяется для установки микрофона пушки или ремистера от беспроводной радиосистемы для записи звука или на камерного света. Мини-штатив Manfrotto MTPX белого и черного цвета – хиты продаж на украинском рынке. Мини-тренога выполнена из нержавеющей стали, а ее отделка – из уникального пластика адапта. Такое сочетание гарантирует прочность конструкции и обеспечивает надежность в любой ситуации. На верхней части штативной головки есть резьба размером 1/4 дюйма, стандартное крепление для камер и держателей телефонов. Шарнирная головка обеспечит нужным углом наклона в диапазоне 360 градусов. На нижней части ножек есть резиновые вставки, которые препятствуют проскальзыванию на любой поверхности. Его рабочая высота составляет 13,5 см. В сложенном же состоянии эта модель приобретает еще и функцию рукоятки для съемки видео или фото вид сверху, на вечеринке или на концертах. В таком виде размер составляет 18,5 см. Модель Manfrotto MTPX EVO также выполнена из нержавеющей стали, отделка из уникального пластика адапта, но производителям заложены возможности чуть шире. А именно, есть возможность фиксировать ноги в 5 положениях высоты и 2 углах наклона штативных ножек. Максимальная высота ног в разложенном состоянии 20 см, а в минимальном 10,5. На верхней части штативной головки также есть резьба размером 1/4 дюйма. Шарнирная головка обеспечит нужным углом наклона в диапазоне 360 градусов. Резиновые вставки в нижней части ножек позволят применять треногу на любой поверхности, минимизируя скольжение. Эта модель выдерживает максимальную нагрузку до 2,5 кг. В
сложенном состоянии можно использовать как рукоятку для съемки видео или фото с смартфонами и с камерами в активном движении. Покупая аксессуары, которые вы будете активно применять в работе, вы без сомнения приобретете невероятные возможности для комфортной работы и неповторимых кадров. Ссылки на товар под видео. Не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. Всем пока!